Привет, друзья! Вы на канале Клуб Садоводов и Барс. С вами Александр. Сегодня собираю остатки томатов. Высаживаю я под ультрасил. Это я в прошлом сезоне снимал видео с применением черного ультрасила, если правильно сказать. И что я обнаруживаю? Выдирал колышки. И здесь вырос вот такой гриб. Это маховик. Потом рядом растут баклажаны. Альбатрос, по-моему, или матрос. Не помню, как называется. И здесь, под баклажаном, точно такой же гриб. Сейчас мы его... Видите, прям в песочке. Маховичок. Я уже прежде на этом канале, кажется, показывал грибы. У меня возле малины растут. Вот такое, такое дело. Я еще буду снимать ультрасил. Не сомневаюсь даже, что там будет. Я его пока поставлю так. Фотографию еще не сделал. Хочу сделать фотографию для своей группы в соцсети. Вот такие дела. На этом с вами прощаюсь ненадолго. А вот здесь высадил вишню войлочную. Буду прививать на нее сливу. В Приморье увидел. Это я неделю назад посадил. Сейчас полил еще разок. Надеюсь, что приживется. Не было еще такого, чтобы у меня что-то здесь не прижилось. Здесь земля у нас хорошая. На этом с вами прощаюсь ненадолго. Спасибо всем огромное за внимание. С вами был Александр. Всем пока.